Мы ежедневно следим за ситуацией вокруг завода ферросплавов. Тем временем активисты группы «Красноярск против» продолжают ждать ответа от властей. Напомню, они предложили приобрести дорогостоящую технику, две лаборатории для измерения уровня загрязненности воздуха. Но пока ответа на свою инициативу они не получили. Далее у нас должна быть информация о погоде. Он отвечал за отопительный сезон. Штат сократили, чиновника уволили. Квартплатов